The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Итак, всем привет. Будем начинать наш сегодняшний вебинар. Уже второй вебинар из серии «Кастомизируй Bittrex24 правильно». Будем с вами учиться работать с коробочным нашим продуктом, с коробочной версией Bittrex24. Очень популярной становится эта платформа, очень на нее большой спрос, в том числе и на доработки. Сегодня мы посмотрим новую тему о том, как правильно встраиваться в интерфейс коробочного Bittrex24. И может показаться, что эта тема вам всем понятна и известна. Многие из вас хорошо много работают с платформой управления сайтом, но подходы на самом деле здесь отличаются. Итак, давайте посмотрим, хорошо ли меня слышно и видно. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, как мы обычно делаем в комментарии, если меня слышно, если видно мой экран. И я заведу веб-камеру, покажу, что я здесь, живой. Так, отлично. Да, пошли обратная связь, что слышно, видно. Супер, ребят, спасибо большое. Сергей сразу спрашивает, то только про коробку. Да, Сергей, у нас сейчас цикл из вебинаров идет про коробку. Сергей, не жалейте, останетесь на первую часть вебинара. Мы скажем в том числе и про облако, и я вам дам ссылочку, где вам посмотреть про облако запись. Про это уже очень много тоже сказано. Андрей пишет, наоборот, раннее облако, наконец-то. Хорошо, по обратной связи понятно, что вы с нами на связи, у нас все хорошо. Вебинар сегодня проведут я, Иван Малышин, компания 1С Bittrex, и Никита Калин из компании Interlogo. Никита, привет, с нами ли ты? Всем привет, да, я здесь. Отлично. Собственно, я буду сегодня в роли организатора, дам общие части, дальше передам слово Никите. Компанию Interlogo мы позвали, потому что у нее очень большой опыт кастомизации коробки. И вообще наш партнер, с которым мы очень много работаем по академии, по учебным курсам. И у коллег есть очень хороший практический жизненный опыт, который, я надеюсь, будет полезен всем вам. Нужно будем перенимать частые подходы, обмениваться информацией, пишите вашу обратную связь, как вы делаете, что вы думаете о тех способах, которые мы здесь даем. Будем накапливать опыт и делиться со всеми партнерами и разработчиками. Так, ну хорошо, звук, аудио проверили, запись я проверяю, что идет, чтобы у нас обязательно она осталась. Материал, мне кажется, будет очень полезен и для последующих его просмотров. Да, запись у меня идет. Отлично. Значит, по плану мы будем сегодня с вами общаться около полутора часа, покажем, поотвечаем на вопросы. У вас есть блог, где вы задаете вопросы, собственно, вы в него написали сейчас обратную связь по тому, как нас слышно и видно. Туда же пишите вопросы, мы будем делать паузу, смотреть, что вы спрашиваете, типа возможность давать на них ответы. Пожалуйста, больше пишите вопросы в контексте вебинара, того примера, что мы показываем, в контексте обсуждаемой темы. Да, на вопросы общего характера, как у вас в каком-то проекте что-то не работает, сложно сходу отвечать, да, не видя код, не видя конкретику. Так, любимый вопрос, будет ли запись, конечно, я планирую, что она пройдет хорошо, я ее смогу разместить. Значит, формат мы сохраняем такой же, как у нас и был. Сегодня мы смотрим только коробку. Код у нас будет объемный, да, поэтому какие-то будут местами использовать заранее готовые, но все пояснять, что взялось, откуда, что это за функции, как они работают. По итогу мы также разместим в нашем блоге Dev статью с записью вебинара и с исходным кодом, да, поэтому можно там не стараться не скриншотить, да, все это мы обязательно выложим и поделимся. Собственно, переходим к теме. Да, как мы встраиваемся в интерфейс, и передаю слово Никите. Сейчас я переключу на тебя трансляцию. Так, забирай экранчик. Так, меня должно быть видно. Да, значит, я вижу твой экранчик. Видно. Все хорошо. Все, отлично. Ну, еще раз здравствуйте, коллеги. Я думаю, у многих из вас уже есть опыт разработки или сопровождения каких-либо сайтов на платформе BUS. В общем-то, Bittrex24 коробочный – это не что иное, как обычный сайт, разработанный на этой самой платформе. Однако есть очень важный момент, который нужно знать.
У этого сайта, как и у любого другого, есть публичная часть, ну там, скажем, шаблон сайта, разделы сайта, шаблоны компонентов и так далее. Дело в том, что все вот это тоже обновляется вместе с установкой обновлений всей платформы. Так что вы, в принципе, можете считать это ядром. А как вы знаете, ядро править нельзя. Особенно нельзя копировать шаблоны компонентов Bittrex 24. То есть, вот видите, я даже перечеркнул. Вот вопрос, почему нельзя это делать, давайте посмотрим. Допустим, вы скопировали шаблон какого-то компонента. Что может произойти? Ну, во-первых, после обновления Bittrex 24 может оказаться так, что поменяли какой-нибудь интерфейс, добавили новую функциональность. Ну, не знаю, например, там Kanban вышел, да? Что получится? Если будет подключаться ваш старый шаблон, то клиент просто-напросто не увидит никаких изменений. Но это даже не самое страшное. Дело в том, что все компоненты Bittrex 24 представляют собой, ну, скажем так, целостную систему. Они написаны таким образом, что они не рассчитывают, будут какие-то из них кастомизированы вами. И в случае вот такой кастомизации может просто-напросто случиться информационная несовместимость между оригинальными компонентами и какими-то вашими кастомизациями, в результате чего появятся трудноуловимые ошибки, на которые вам придется потратить очень много времени на исправление. Может показаться на первый взгляд, что, так скажем, отслеживать обновление Bittrex достаточно просто. Нет. Мы тоже так думали в самом начале, когда начинали заниматься Bittrex 24. Что получилось в результате? Ну, казалось бы, что там, засунули весь код в систему контроля версий. Ну, во-первых, когда Bittrex 24 обновляется, кода приходит довольно много. Кстати, компании обновляются не так часто, как сайты. Там, может быть, раз в полгода они будут обновляться. В общем, обновления довольно объемные приходят. А после вот этих обновлений вам что придется сделать? Вам придется разобраться в сути этих обновлений, что и зачем поменялось, потом посмотреть на свой код, понять, как нужно воспроизвести на новом, и вот это уже сделать. Причем обновления бывают не просто там какие-то фиксы исправления, а могут поменяться все очень сильно. Ну, например, в один прекрасный момент у нас после обновления взяли и новый вид задач появился. Мы смотрели, а почему же наш компонент не подключается, ну, точнее, наш шаблон. Оказалось, что просто-напросто теперь в задачах вызывается другой компонент, и надо под него все переписывать. На все это дело уходит огромное количество времени, поэтому, поверьте, не стоит править ядро и все, что можно считать ядром. Что же тогда делать? Ну, в общем-то, я не претендую на полноту, но выделил наиболее часто употребимые способы кастомизации. Сегодня мы все их рассмотрим. Будет даже очень много примеров по ним. Ну, во-первых, конечно, REST-приложения, которые и в облаке, и в коробке работают, типы пользовательских полей тоже могут работать в облаке, но в основном это полезно в коробке. Отложенные функции, есть интересные моменты. Сегодня посмотрим, как добавить какие-то свои элементы в интерфейс. Ну и будет очень большой блок про модификации на стороне клиента с помощью JavaScript. Ну, я думаю, не будем здесь долго задерживаться. Перейдем сразу к способам. Ну, способ первый – REST-приложение. По REST-у достаточно много существует уже информации в сети. Есть большая документация, есть целый курс Marketplace Bittrex 24, который сделал Сергей Востриков, рекомендую посмотреть. И Сергей Востриков также проводит очень много вебинаров по этому делу. За дополнительной информацией, в принципе, можете обращаться к ним. С точки зрения встраивания интерфейса, вот на слайде здесь приведены так называемые плейсменты. Есть возможность встроить в страницу Bittrex 24, в том числе в облако, какой-то свой элемент. Ну вот, в принципе, на скриншотах вы можете видеть, что к чему относится. А можно даже, да, встраиваться в карточку звонка. Причем это возможно, по-моему, только с помощью REST на данный момент. И также есть возможность в облаке разрабатывать собственные типы пользовательских полей. Вот здесь на скриншоте, например, приведено кастомное вот это поле вот в карточке CRM. И причем все это сделано в облаке. Ну, я думаю, здесь мы тоже задерживаться не будем и перейдем уже непосредственно к коробке. Давайте посмотрим, чем мы сегодня будем заниматься. Ну, во-первых, мы с помощью отложенных функций добавим кнопочку головок. Вот сюда вот она, отчет появилась.
Также мы в карточку в CRM встроимся в сделках. У меня здесь есть пример. Выведем свою кнопку в разделе «Дополнительно». Это будет сделано с помощью пользовательских полей. Мы посмотрим, какие данные нам доступны, что мы можем с ними делать. Дальше, с помощью JavaScript мы сделаем кнопочку «Поблагодарить сотрудников» в профиле пользователя, в которой будет появляться вот такой поп-ап. Можно будет что-нибудь написать. Кастомизируем в разделе «Диск» окно создания документа. У нас здесь появится вот такой вот раздел «Создание документа из шаблона». Также посмотрим, как можно кастомизировать Kanban в CRM. Вот в лидах у нас здесь будет в карточках выводиться Hello World. Вы сможете добавить что угодно. Я для примера просто покажу, как что-то добавить в эту карточку. И также в диске мы изменим поведение пункта меню «Получить публичную ссылку» для какого-нибудь объекта. У нас будет вот такой вот вопрос задаваться, готовы ли вы подписаться крови, что этот документ не секретный. Если нет, то ничего не будет происходить. А если да, то будет появляться публичная ссылка. Вот этот пример, конечно, вообще огонь. И когда Никита мне показывал, как это реализовывается, я как человек, который вообще с JavaScript программированием знаком на практике не сильно много, конечно, был удивлен, так скажем, что так можно. Да, ну и еще немножко потом в качестве бонуса посмотрим на выплывающую вот эту панель слева, которая вот она вылазит, как с ней работать. Там есть очень такие нюансы, так скажем. Сейчас их стало очень много, я думаю, этот вопрос будет актуальным. Так, ну что ж, тогда начнем сразу со второго способа. Отложенные функции. Ну, я думаю, все вы знаете, что такое отложенные функции, зачем они были придуманы. Ну, если забыли, то для того, чтобы вывести какой-то HTML-код, который вывести его раньше, чем он реально генерируется дальше по коду. Ну, чаще всего делают с помощью компонентов, там setViewTarget, по-моему, endViewTarget. Можно также добавлять какой-то свой код с помощью application addViewContent. Вот мы сегодня посмотрим, как это сделать. Что заметить? Нужно... Эта возможность не является документированной, так скажем, официальной, но тем не менее использовать ее можно. Просто учитывайте, что названия тех областей, в которые мы будем встраиваться, они могут в какой-нибудь момент вообще исчезнуть или там, переименоваться, измениться каким-то образом. Это важно знать и следить за этим. Так, я, наверное, сейчас все, что я показывал, удалю. У меня здесь пустые файлики, которые мы сегодня будем заполнять. Да, пустые файлики загрузились. Сейчас я сразу почищу кэш, чтобы начать с чистого листа. Итак, пока чистится кэш. Если мы зайдем в шаблон Bittrex24, Bittrex Templates, Bittrex24, откроем, ну, например, header PHP, то мы здесь увидим вот таких вот разбросанных вызовов show view content. Мы это можем использовать в своих целях. Давайте зайдем в Show View Content и пока что временно здесь задампим название области, в которую можно что-то добавить. И теперь, если мы зайдем в какой-нибудь раздел, то увидим, что, в общем-то, существует немало мест, куда можно добавить свой HTML-код. Ну вот, например, чтобы добавить свой код в эту полосу заголовка, у нас есть название области Inside Page Title. Вот сегодня мы попробуем сюда добавить кнопочку. Может, что еще возникнуть вопрос? Посмотреть захочется, что добавлено уже в эти области. Чтобы это сделать, давайте сразу задампим все, что в этих областях есть. Я это уберу, мы это посмотрели. Нам это больше не понадобится. Небольшой код. На событии он автор эпилог, я просто буду выводить значение поля почерк-почерк view в эти application. Вот там как раз находится весь HTML-код, который будет размещен по областям вот этим. Вот давайте посмотрим, что там в текущий момент есть. Мы хотим встраиваться в Inside Page Title, вот он последний. И вот у нас тут есть уже какой-то контейнер.
есть какой-то toolbar, ну и, собственно, фильтр и вот этот вот он toolbar с кнопками. Как сюда что добавить? Ну, очевидно, application add view content. Будем добавлять. Ну, давайте прямо здесь и сгенерируем какой-то код. Кстати, наверное, сразу было непонятно. Я в init.php просто подключаю несколько вот этих файликов. Они сейчас пустые, мы их будем по ходу наполнять. Давайте напишем код какой-нибудь кнопки. Я его помещу в буфер, чтобы мне было удобнее. Как вывести кнопку? К слову сказать, в Bittrex 24 предусмотрены некоторые инструменты для создания элементов интерфейса. Здесь далеко не все перечислено, однако наиболее употребимые вещи, которыми часто приходится пользоваться, я сюда вынес. Есть целый модуль, даже UI-библиотека, много похожая на Bootstrap. Можно ей пользоваться для создания какой-то вывески, там, кнопок, форм, алертов и так далее. Ну, с помощью JS в Pop-up Window сегодня создаем всплывающие окна, ну и всякие функции для манипуляции с дом-деревом. Ну, давайте воспользуемся модулем UI-библиотека, чтобы создать нашу кнопку. Итак, чтобы подключить какое-нибудь расширение этой UI-библиотеки, мы будем использовать класс extension и метод в нем load. В нем мы указываем название какого-либо расширения. Например, хочу подключить кнопки, ввожу UI buttons. Какие вообще расширения здесь бывают? Если хотите посмотреть, то нужно зайти в модуль UI, install, JS, и вот они все. Этот путь строить следующим образом. Вот папка UI, UI, дальше точка, вложенная папка какая-то, buttons, и в нем уже лежит конфигурация, какие файлики подключать и так далее. Ну, здесь даже вот есть CSS, в которой описаны все стили для создания кнопок. Вот ими мы и воспользуемся. Заодно подключим к ним иконки, чтобы нам было веселее. Ну и давайте создадим уже эту кнопку. Я буду использовать тег A. Кнопку у нас делать ничего не будет. Назовем ее отчет. И вот используем класс из этой библиотеки. UIBTN. Какой-нибудь стиль ей придадим, например, Light Border пускай. И добавим иконку. Ну, пусть будет Info. Вот, собрали кнопочку. Теперь добавляем ее с помощью AddViewContent. Указываем название области, в которую мы хотим вставить. Inside. Page title мы ее сегодня видели, и контент, который хотим вставить, HTML. Все, загружаем на сервер, смотрим, что у нас получилось. Вот появилась наша кнопка «Отчет». Но появилась она где-то, пока что непонятно где. Вот для этого давайте посмотрим еще раз на то, что у нас хранится в этих областях в данный момент. Вот он inside page title. И вот здесь есть такой второй параметр сортировка. С помощью сортировки можете регулировать положение своего элемента относительно каких-то уже добавленных сюда элементов. В Bittrex все элементы имеют различную сортировку. Ну, я не могу это гарантировать, но из того, что я видел, они обычно разную сортировку задают. Так что это вполне можно использовать. Ну, допустим, мы хотим поместить нашу кнопку в самый конец. У меня есть самая большая сортировка 10 тысяч. Давайте поставим у себя 50 тысяч третьим параметром. И наша кнопочка перепрыгивает в самый конец. Ну, дальше уже это потребует небольшой доводки с помощью CSS, где-то тут отступы добавить. Также учитывайте, что верстка вот этого заголовка, она в разных разделах разная. Вот здесь в CRM она, например, сделана на флексах, так что у нас ничего не съехало. Если мы в диск зайдем, то наша кнопочка уже поехала, потому что тут не флексы, тут уже что-то другое. Так что здесь надо быть внимательным. Ограничивать, может быть, по разделам, в какие вы хотите это добавить, ну и так далее. В общем-то, вот такой простой способ добавления кнопки. Я думаю, даже с ним закончили. Наверное, перейдем к третьему способу, более интересному, к типу пользовательских полей. Все вы знаете, что есть такие пользовательские поля. Можно добавлять свои поля различным объектам системы.
В чем фишка? Эти поля сами решают, какие элементы управления выводить. Так вот, мы можем использовать эти пользовательские поля не для того, чтобы сделать именно поля, а для того, чтобы вывести просто какую-то верстку. Вот давайте это и сделаем. Добавим в сделку, в карточку CRM, вот сюда ту самую кнопку, которую я показывал в самом начале. Так, и да, я сразу отключу вот этот дамп, потому что он будет мешать Аджаксу. Как создать свое, тип своего пользовательского поля? Есть такое событие onUserTypeBuildList. Мы здесь в качестве обработчика указываем функцию, которая возвращает описание нашего типа. Тип должен быть представлен некоторым классом. Его следует наследовать либо от какого-то уже существующего класса типа пользовательского поля, либо от самого базового класса типа пользовательских полей. В данном случае я наследуюсь от базового. В принципе, это, наверное, технически никакой. Смотрите за тем, чтобы, наверное, базовый тип наиболее подходил к вашей задаче. Если бы я, скажем, взял строку, то мне бы пришлось очень много ограничений ввести, потому что мне не нужно редактирование этого поля в каких-то там карточках, отображение в админке и так далее. Мне нужно чисто вывести что-нибудь в карточке CRM, поэтому я наследовался от самого базового класса, где ничего не реализовано, и описал нужные мне методы. Ну, давайте посмотрим на члены класса, какие они здесь должны быть. Во-первых, константа UserTypeID. Ее нужно обязательно переопределить. По ним система будет различать, собственно, типы полей, когда вы их будете создавать и так далее. Метод getUserTypeDescription, который является обработчиком событий onUserTypeBuildList. Здесь мы указываем ID-шник нашего типа, берем из константы. Здесь указываем полное квалифицированное имя класса, который является обработчиком этого типа. Дальше название нашего типа, как оно будет видно в админке при создании элементов. Base type, к сожалению, не уточнил, не могу сказать. Ну, базовый тип. В принципе, строки для большинства задач вам будет достаточно. И, наконец, два callback, которые отвечают за вывод верстки этого поля в режиме просмотра и в режиме редактирования в публичной части, не в админке. Есть также метод getDBColumnType. Его тоже надо будет переопределить, для того, чтобы само поле можно было, в принципе, создать. Естественно, если поле не будет создано в объекте, то никакой верстки в карточках вы просто-напросто не увидите. Ну, я, скажем так, скопировал вот этот код просто из класса строки. Возможно, стоило бы выбрать более подходящие типы данных для разных баз данных, но в целях демонстрации сойдет, это, наверное, сделаете вы сами. Итак, метод getPublicView и getPublicEdit. То есть мы как раз будем формировать верстку, которая появится в карточке CRM. Давайте точно так же воспользуемся библиотекой UI, подключим себе расширение кнопки и просто вернем нужную нам верстку. Опять-таки сделаем кнопку, которая у нас делать ничего не будет. Зато мы ее раскрасим, она у нас будет красивая. Пускай она будет у нас красная. Класс Danger, опасность. И давайте сразу сделаем дамп тех данных, которые нам передаются в этот метод. Посмотрим сразу, что там выводится. Вот. И метод getPublicEdit я реализовал в принципе точно так же, но здесь есть одно отличие – input. Я сейчас про него расскажу, откуда оно взялось. Итак, смотрим в карточку. Вот она появилась, наша кнопка из пользовательского поля. Я, кстати, да, предварительно в пользовательских полях для объекта CRMDeal ее уже создал. У нас никаких настроек этого поля нет, мы никакие настройки не создавали в его классе, так что здесь, в принципе, все по стандарту.
просто взял и создал. Вот оно, кастомное поле. То есть, ну, когда создаете, знаете, здесь есть список. Вот он как раз название нашего типа поля. После создания у нас оно появляется уже в сделке. Какой момент есть очень важный? Если мы зайдем в какую-нибудь другую сделку, мы этого поля не увидим. Или увидим, давайте в какую-нибудь, в которую я еще не заходил. Да, вот в эту сделку я не заходил, здесь этого поля вообще нет. Почему такое происходит? Так работает карточка CRM. Если какое-то поле не заполнено, оно вообще просто здесь не выводится в режиме просмотра. Вот в режиме редактирования оно выводиться будет. И вот по этой причине пришлось к верстке, которая относится к режиму редактирования в публичной части, добавить небольшой input. Он скрытый, он просто сохраняет единичку в это поле, ничего особого не делает. Но тогда карточка увидит, что это поле заполнено, и в режиме просмотра выведет его с помощью вот этого метода. Вот такой вот есть нюанс. Возможно, у вас возникнет вопрос, какое имя полю давать. Вот есть специальный метод getFieldName, он определен в базовом классе. Сюда передаются те аргументы, которые нам приходят, и мы получаем просто имя вот этого поля. Оно уже будет экранировано для подстановки в HTML. И, в общем-то, да, дальше все то же самое. Кнопка и дамп. Давайте посмотрим на дамп. Первый аргумент у нас rUserField. Здесь, в общем-то, содержатся, ну, все данные нашего поля. Я думаю, вы не раз уже этот массив видели, к какой сущности он относится, айдишник этой сущности. То есть, в принципе, вам все это доступно, если вам нужно что-то вывести. Второй аргумент – дополнительные параметры. Здесь у нас есть такой важный параметр – контекст. Здесь передается такой условный идентификатор того места, где сейчас вывелось это поле. CRM Editor означает, что это поле выводится карточкой CRM. В другом месте будет другой контекст. Зачем это нужно? Если вам понадобится подстроить верстку где-то под карточку CRM, где-то под какую-то сущность, вот вы можете ориентироваться на этот параметр контекст. Это вот что касается визуальной части. Ну и в принципе кнопку добавили, какие на нее обработчики вешать, делать ли из нее какую-то форму. Здесь уже в принципе решать вам. Меня пока что ничего не делает. Как добавить свою кнопку, мы, в принципе, пересмотрели. Вот такой вот есть способ. Так, дальше у нас JavaScript начинается. Я думаю, давайте прервемся немножко, посмотрим ваши вопросы. Да, пока ты читаешь вопрос, я там подмечал с двумя флажками, о которых, мне кажется, стоит ответить. Я сам дам ответ на не то чтобы вопрос, а здесь был комментарий, что... сейчас, секундочку, я его найду. Важный момент – это вопрос по внедрению корпоративного дизайна в шаблон BitX24 к коробке. Практика показала, что с этим трудности, пишет нам Ярослав Александров. Ярослав, мы вам показываем сейчас то, что даже просто поменять шаблон одного компонента, мы считаем, довольно-таки в будущем принесет вам много задач по его сопровождению. И мы показываем 4 способа обходных маневров. Вы говорите о том, чтобы... Ну что там один компонент? Давайте мы полностью внедрим корпоративный дизайн. BitX24, еще раз, это не сайт. Это приложение с интерфейсом для конечного пользователя. Это не просто дизайн. Это интерфейс, который разрабатываем мы, и мы не даем готовых инструментов, ну, практически даем, но точечные встройки. Да? Остальное вот будет хаками через JS. Это не есть, так сказать... норма, когда приходит клиент и говорит, а мы хотим свой дизайн корпоративного порта. Там нужно заранее ему объяснить, что фактически вы делаете свой интерфейс, это сильно удорожает сопровождение. Каждый апдейт будет заново переделываться интерфейс. Стоит ли он того? Это первый момент. Второй момент. Наверное, здесь сейчас еще не Никита может меня поправить, все-таки есть возможность поиграться с стилями, да, грубо говоря, там файл стилей может быть где-то поправить для общего стиля, где-то может быть одну картиночку заменить, но так, чтобы потом при апдейте могли это повторить. Да, обойтись, так сказать, малой кровью, чтобы клиенту было приятнее. Вот так вот я бы еще поразмышлял. Никита? Да, я с Иваном полностью соглашусь. Это так и есть. Я даже более того добавлю. Мне вот Степан, руководитель нашей организации, рассказывал, он разговаривал с руководством компании Bittrex, и официальная позиция компании Bittrex не рекомендуется изменять интерфейс Bittrex24 под какой-то корпоративный стиль. У нас был как раз кейс, мы кое-что в нем меняли. Меняли страницу
страницу входа, но это, опять же, делалось все исключительно с помощью там CSS, где-то что-то косметические изменения. Что-то другое действительно лучше не надо. Поддерживать это будет очень сложно. Да, и вот еще раз я подчеркну, как это объяснять клиенту, да, что, ребят, вы сейчас на самом деле заказываете не изменение дизайна сайта, а изменение интерфейса программного продукта. А это совсем другая история. Другой уровень объема работы, самое главное, зачем? Да, чтобы там было зелененьким, как у нас на логотипе, это уже не очень, скажем так, бизнес-задача. Если клиент готов оплачивать ручные доработки после каждого апдейта в непонятном объеме, ну ради бога. Андрей Николаев спрашивает, ошибку с модулем UI не забудьте исправить. Да, я уже написал в техподдержку, они вроде бы приготовили обновление, и скоро оно должно выйти. Давайте я поясню. Да, я действительно... Давайте для смотрящих объясним. Ребят, есть известный баг, который уже нам передан, да, и зафиксирован, то, что если в local существует просто физически создана папка, Никита, помоги мне, я не вижу сейчас вопросе, как правильный путь. Local.js. Если есть папка Local.js, то она может мешать подключению стандартных наших скриптов, да, там и всего остального. Поэтому ее не должно быть, да, видимо, что все было хорошо. Да, ну, конечно, такая ситуация вряд ли возможна, потому что Local используется для всяких разных модификаций. Но я думаю, это будет быстро исправлено. Так, с какой версии коробки доступен модуль UI? Вот, извините, не могу ответить на этот вопрос. Я спросил. Пытался выяснить, но не выяснил. Я спросил параллельно у коллег, пока, к сожалению, мне никто не ответил. Когда мы будем статью публиковать, я получу ответ, и мы туда добавим. К сожалению, оперативно я информацию тоже эту не нашел. Никита, интересный большой вопрос про вывод товаров в CRM. Вот посмотрите, то, что... Как вывести учет остатка, как внедрить учет остатков товаров в CRM B324 самым быстрым путем? Через свойства спрашивают, и там дальше есть пояснение, да, что в админке есть товар, есть количество, а в CRM нет поля, чтобы там отображалось количество. Как бы так сделать, чтобы при оформлении лида менеджер указывал, что если есть товар, он вычитался со сквада? Можно это как-то вообще реализовать малый хол или это какая-то большая штука? Малый кровью, ну не очень малый, так скажем. Да, там есть определенные проблемы. Сейчас, знаете, долго рассказывать. Большой вопрос. Мы пытались с этим редактором, да. Никита, а давай мы тогда себе его возьмем на заметку и попробуем раскрыть, может быть, где-то в следующих темах наших. Да, я думаю, будет лучше сделать так, да. Хорошо, то есть вопрос большой, сразу не готов ответить. Окей, Никита еще уточняет, можно ли ему что-нибудь рассказать про модификацию живой ленты. Отличаются ли там по подходу или те способы, которые мы сейчас показали, в общем-то, можно тоже применить? Или там какая-то своя история? Никита, какой здесь у вас опыт? Ну, поконкретнее знать, какие именно хотят модификации сделать. Там очень по-разному все может быть. Никита, пожалуйста, уточните, какие примеры приведите, какую бы хотели сделать модификацию, и Никита попробует поделиться опытом, как это лучше сделать. Ох, как много вопросов. Ребят, давайте мы будем двигаться дальше. Очень круто, что такая большая активность, но нужно нам успеть дать весь материал и постараемся поотвечать все в процессе. Никита, тебе слово дальше. Да, давайте продолжать. Переходим к четвертому способу – клиентские модификации с помощью JavaScript. Это технология, так скажем, даже можно несколько... Можно так выразиться, развязывает руки. На клиенте можно сделать сверсткой практически что угодно. Однако надо понимать, какие ограничения эта технология в себе внесет. Ну, во-первых, вам придется учитывать, что все скрипты, которые вы пишете, они будут сливаться в один файл. Нужно правильно с этим делом работать. Это неплохо, надо просто уметь с этим работать. В том числе, если вам необходимо делать какую-то проверку прав, придется писать какие-то дополнительные скрипты. В общем, сейчас я покажу все это дело на примере, к чему все это приводит. Момент это важный. Второе ограничение – зависимость от верстки. Ну, очевидно, интерфейс может меняться с обновлениями. Какие-то элементы вообще могут из статичной верстки перепрыгнуть в поп-апы и так далее. Что-нибудь вообще может быть реализовано целиком и полностью на JS, то есть верстка не загружается сразу с сервера, а потом уже JS что-то формируется. Такие вещи тоже надо будет учитывать. Конечно же, надо писать кросс-браузер.
юзерный код. То есть, поскольку модификации все выполняются на клиенте, ну, очевидно, придется подстраиваться под разные браузеры, какие используются в компании, для которой вы все это делаете. Лучше всего посмотреть на библиотеку BX.js, ну, на худой конец, наверное, jQuery. Сегодня мы с помощью BX.js кое-чего поделаем. Есть, да, интересные ситуации, когда фрагменты дом-дерева меняются со временем. Вот, например, канон берет и через равные промежутки времени обновляется. То есть, если вы внесли какие-то изменения в карточку канбана, они могут просто через какое-то время взять и исчезнуть. Вот такие ситуации придется учитывать. Ну и последняя, наверное, самая большая трудность – это нужно искать все места, где может понадобиться добавить элемент. Вот есть у вас, допустим, кнопочки под задачей, там, завершить, начать и так далее. Вы хотите добавить свою. Но те же самые действия есть и в списке задач, есть и, там, не знаю, в списке задач группы. По-моему, даже в коле планерок и собраний, где их только нет. И вот представьте, надо найти все такие места и вставить туда нужный элемент. Это везде будет делаться по-разному. Но это делается для того, чтобы свои доработки вписать в интерфейс наиболее органично и удобно для пользователя. Так, ну давайте, наверное, приступим. У меня заготовлено целых 5, по-моему, примеров. Нет, 4 примера у меня заготовлено. Пятый немножко про другое. Вопрос первый, как подключать свой JavaScript. Допустим, у нас есть флаг. Вот он, custom stuff. JS я его назвал. Здесь мы будем писать все наши доработки, он пока что пустой. Как нам подключить этот JavaScript? Использовать они AdHead скрипт, не AdJS, а CJS Core. Этот класс специально создан для управления JS-расширениями, так называемыми. В Bittrex зарегистрированы уже расширения, которые вы можете использовать, такие как Ajax, там всплывающие окна и так далее. Вы можете зарегистрировать свое расширение и точно так же его включать. Первым аргументом мы указываем название, мы его выбираем сами, главное, чтобы оно не пересекало дыром. Я его назову точно так же, как JS-файл, custom. Став. Дальше идет описательный массив, в котором мы указываем, какие файлы мы хотим подключать. Нам понадобится JavaScript, указываем путь к этому JavaScript файлу. Опять-таки, когда вы пишете какой-то JavaScript, хорошо бы, чтобы он был локализованным, то есть ну, поддерживал работу с разными языками. А CJS Core позволяет нам это делать, он может автоматически прокидывать языковые константы на клиент, причем из обычных файликов, которые вы используете для getMessage. Чтобы это сделать, мы используем ключ lang и указываем путь к файлу, где определены языковые константы. Ну вот я в lang уже создал custom stuff JS.php, здесь у меня несколько штук определены. Давайте путь к нему укажем. Разве в отличие от getMessage, здесь вместо конкретного языка вам еще понадобится указать константу, в которой записан язык, который используется текущим пользователем в данный момент. Кроме того, вы можете подключить какие-то свои стили. Ну, например, я там немножко написал, чтобы нам было удобнее что-то встраивать. Указываем к нему путь. Если ваше расширение использует какие-то другие расширения Bittrex, то от них нужно указать зависимость. Зачем это делать? Для того, чтобы они загрузились раньше, чем ваше. Ну, наше расширение будет использовать Ajax и будет использовать всплывающие окна. Вот мы их и указываем. Что еще здесь можно отметить? Вот, все вот эти ключи JS, CSS и там некоторые другие еще существуют. Можно зайти в эту функцию RegisterExt и посмотреть подробно, что здесь можно вписывать. Вот все они могут быть массивами, если вам нужно подключить несколько JS, несколько CSS и так далее. Расширение зарегистрировали, оно еще не подключилось. Вот чтобы его подключить, мы используем CJS Core Init и указываем название своего расширения. Давайте в custom stuff напишем какой-нибудь простенький код. Ну, кстати, да, хорошо бы писать ваш код в определенных namespace'ах. Давайте создадим namespace. Мы будем использовать функцию
BX namespace. Что вообще делает эта функция на самом деле? Вот если вы написали, допустим, вот такую конструкцию custom_staff.a, что произойдет? Это значит, что в объекте будет создан объект custom_staff, в нем создан объект A и будет возвращена ссылка на последний созданный объект, ну, в данном случае на A. Мы создадим просто в BX свой custom_staff и получим на него ссылку. Дальше в этом custom_staff будем писать все остальное. Давайте напишем просто hello world функцию. Здесь будет банальный alert. Вот чтобы воспользоваться языковой константой в JS, есть функция bxMessage. И здесь мы просто указываем ключ из нашего lang-файла. Вот так. Все загрузили, давайте посмотрим, что у нас получилось. Если у нас загрузилось, то у нас появится bx custom stuff hello world, наша функция, и мы ее можем вызвать. Вот она сработала, языковая константа тоже сюда пришла, все хорошо. Но смотрите, какое дело. Допустим, я не хочу подключать никакое расширение, вот я взял все вот это, закомментировал, загружаю файл на сервер. Сейчас ничего, никакой JS не подключается вроде бы. Обновляю страницу и еще раз вызываю функцию hello world. Языковые константы, конечно, не подгрузились, а, как видите, функция hello world на месте осталась. Она никуда не делась. Что произошло? На самом деле я специально не выключил объединение и сжатие JavaScript файлов в настройках главного модуля. И, в общем-то, эта функция так работает. Если какой-либо файл, там, JS, CSS меняется, то общий файл, в который все сливается, он будет перестроен. Если этот файлик не подключают на каком-то хите, то из общего файла он удалится. На самом деле это неплохо, с этим надо просто научиться правильно работать. Как с этим жить? Очень просто. Посмотрите JavaScript, совершенно любой, наверное, из Bittrex, особенно из компонентов, существующих в Bittrex 24. Вы увидите, что в JavaScript файлах на самом деле просто определяется какой-то класс и не более того. Вся логика, которую может выполнять, так скажем, этот класс, она запускается уже из какого-то другого места. То есть вот этот класс подключился, он слился с остальным JS-кодом, оно остается на странице всегда. Компонент уже в шаблоне, допустим, компонент, он генерирует еще один небольшой скрипт с помощью тегов скрипт, который создает экземпляр этого класса и как-то его вызывает. В общем-то, этим же способом мы будем запускать свой код. Кстати, да, какую мысль нас должно навести? Если вы хотите, в зависимости от того, имеет там пользователь какие-то права или не имеет, подключать или отключать свой JavaScript путем вызова или не вызова CGS Core Init, у вас ничего не получится. Здесь нужно написать универсальный код, который вы потом будете вызывать в нужные моменты. Вот как вызывать этот код, уже другой вопрос. Ну, давайте вызовем наш Hello World просто при загрузке страницы. Вот чтобы это сделать, нам нужно будет сделать еще один небольшой скриптик. Вопрос остался только, куда этот скриптик добавить. Мы воспользуемся классом Asset. И в нем вызовем метод addString. Тут, знаете, есть методы addjs, addcss, это старый добрый setadditionalcss, addheadscript и так далее. Вот addString – это аналог функции addheadString. Он работает совсем не так, как addcss и addjs. Вот если все, что вы добавляете через css и js, оно потом впоследствии сливается в один файл, addString – не что иное, как отложенная функция. То есть все, что вы через нее добавите, просто-напросто появится в head, в теге head. Вот давайте добавим наш скриптик в head небольшой. И здесь в момент загрузки страницы вызовем нашу функцию hello world.
И вот оно запускается при перезагрузке страницы каждый раз. Но самое главное то, что если я не буду подключать этот Hello World, то он не будет подключаться и уже здесь, несмотря на то, что какой-то там скрипт сливается в один файл, какой-то нет. В принципе, вот так мы и будем управлять нашим скриптом, который мы будем писать в Custom Stuff. То есть здесь должна быть вся ваша основная логика, запускается она откуда-то из другого места. Ну, давайте перейдем к примерам. Первый пример у нас был. Какой у нас был первый пример? Первый пример – это у нас кнопка «Поблагодарить сотрудника». Мы вот на страничке профиля добавим вот сюда кнопку «Поблагодарить сотрудника». Вопрос: в какой момент нам вставлять верстку? Вот здесь давайте рассмотрим поподробнее, какие могут быть варианты. Я вижу четыре наиболее таких употребительных способа. Если у вас верстка статичная, она приходит с сервера и ничего там JS не создает, меняется, то достаточно, естественно, использовать BXC. То есть все DOM-узлы уже будут существовать к моменту этого события, но это, в принципе, аналог jQuery-вского документ ready. В принципе, эту кнопку мы с вами вот таким образом и добавим. Бывает так, что узлы DOM-дерева на странице не существует до какого-то определенного момента. Скажем, вот со всплывающими окнами их вертка, ну не вертка, их фрагмент DOM-дерева создается в тот момент, когда открывается этот поп-ап. Вот в этом случае стоит, во-первых, искать события. В JavaScript есть у Bittrex кастомные события, мы посмотрим, как с ними работать, как поймать. Можно подвеситься на события и добавлять свою верстку. Третий вариант – это такой последний рубеж перед хаком, если все создается динамически, но событий у нас кастомных нет. Тогда можно использовать setInterval, завести какую-нибудь функцию, которая там будет в равные промежутки времени вызываться и ожидать появления какого-то узла DOM-дерева. Ну и если уже третий вариант нам не выгоден по каким-то причинам, можно сделать небольшой хак и в момент вызова любой JavaScript функции добавить свой код. Ну, все эти примеры мы посмотрим. Давайте начнем с BX-Ready и добавим нашу кнопочку. Для кнопочки я вот заготовил буквально две функции. Давайте их рассмотрим. Первая функция create thank button. Что она делает? С помощью BX-Create создает тег A, у него указывает класс, href, ну и какой-то HTML. Откуда все это взялось? Ну, я просто-напросто посмотрел вот сюда. И, в общем-то, скопировал, можно сказать, верстку из одного из пунктов меню. Вот там внутри находится пустой тег и название нашего пункта. Он имеет класс User Profile Events Item. Вот именно такой я и создаю. Дальше. Мы находим наш блок с вот этими действиями. Вот он, User Profile Events. В нем мы находим самый первый контейнер с действиями, вот он, User Profile Events контейнер, cont просто. И в него в конец будем добавлять нашу кнопочку. Как искать по DOM-дереву с помощью BX? Это так называемые функции find звездочка. Вот если мы сейчас посмотрим, если нам шторм подскажет, вот они четыре основных функции: find child by class name, find children и то же самое. FindChild находит один элемент DOM-дерева, FindChildren находит все элементы DOM-дерева. FindChild by ClassName и аналог для Children, они являются обертками, естественно, над FindChild и позволяют удобно искать по классу что-либо. В данном случае мы ищем по классу User Profile Events, наш общий блок. Аргументы. Первый аргумент – это узел DOM-дерева, от которого мы будем искать вглубь. Дальше класс. И третий аргумент, будет ли поиск рекурсивным или мы будем просматривать только прямых потомков. Нашли panel виджет наш User Profile Events. Внутри него мы находим первый контейнер. И в него впоследствии мы добавляем нашу созданную кнопку. Создали, добавляем. Также к этой кнопке мы привязываем обработчик события клика. И по клику мы будем вызывать
функцию, вторую, которая вот она. Что здесь еще стоит заметить? Дело в том, что если вот эти кто-нибудь не найдут, они вернут то ли false, то ли undefined, я тоже не помню, но в любом случае вам стоит всегда проверять. Сейчас, минуту. Да, вам стоит всегда проверять, действительно ли они вернули то, что нужно. Потому что в противном случае, скажем, если вот эта функция ничего не вернула, то вот это уже вызовет ошибку, и весь скрипт оборвется. Далее. Ну, давайте, наверное, сразу посмотрим, как работает кнопка, функция createSendButton. Нам осталось только ее вызвать. Как мы ее будем вызывать? Вот тут уже чуть-чуть поинтереснее у нас пойдет. Нам нужно, чтобы эта кнопка создавалась только на странице профиля пользователя. Страница профиля пользователя имеет вот такой вот адрес. На самом деле шаблон вот этого пути, он хранится в настройках модуля Intranet. Ну, там самая обычная страна в настройке чеки, ну, знаете, как в инфоблоках. То есть, когда настраивали там, вот, в принципе, в настройках модуля Intranet то же самое. Как мы будем определять, находимся ли мы на странице профиля? Вот я тоже подготовил небольшой код, я сейчас объясню, как он работает. Поскольку это ЧПУ, мы будем использовать функции для работы с ЧПУ, чтобы понять, находимся ли мы на этой странице. В первую очередь, ну, что мы делаем? Берем из настроек модуля Intranet настройку User. Обратите внимание, что здесь важно указать сайт ID, потому что для разных сайтов этот путь может быть разным, в частности для экстранета там может быть другой путь. Этот путь у нас может содержать слэш в начале, поэтому мы его отрезаем. Он не нужен для работы опции, с помощью которой мы будем проверять соответствие этому шаблону. И собираем массив с шаблонами. Ну, у нас здесь один. Назовем профайл и вот такой путь. Дальше C компонент engine, parse компонент path. Позволяет проверить, позволяет найти вот из этого списка шаблонов, на какой странице мы сейчас находимся. Он возьмет текущий URL и проверит с каждым шаблоном из этого массива. Искать будем от слэша, то есть ничего не приписывать к этим шаблонам. Profile templates передаем сами шаблоны. И если вот эта функция обнаружила совпадение текущего URL с тем шаблоном, которую мы здесь указали, она вернет нам вот этот вот ключ. Ну и, соответственно, если все это дело нашлось, то только тогда мы добавляем вот этот скриптик, в котором вызываем этот createSendButton. Это самый верный способ проверить, что мы находимся на странице профиля пользователя. Ну, давайте посмотрим, что у нас случится. Вот появилась наша кнопка «Поблагодарить сотрудника». Она была добавлена динамически с помощью JavaScript. Кстати, тег и мы не убрали для того, чтобы наш текст не съехал. Это если вдруг возникнет вопрос. Вот. Дальше вернемся к обработчику этой кнопки, которую мы сюда подвесили. Вот здесь мы как раз-таки используем класс bxpopwindow для того, чтобы создать окошко для ввода благодарности. Возможно, мы уже работали с поп-апом. Если нет, то скажу вам сразу, что поп-апы в Bittrex 24, да и вообще просто в Bittrex, они и в бусе доступны, это действительно очень мощная вещь. Бутстраповские поп-апы, точнее модальные окна, здесь даже рядом не лежали. Давайте быстро пройдемся по настройкам, какие у него есть. Первым аргументом передается какой-нибудь уникальный идентификатор, второй аргумент точно не помню что. А, это, по-моему, в каком... Узлядом дерева, что ли, его создать? Как-то так. Сейчас даже не сформулирую. Дальше. Ну, ширина, высота очевидна. Будет ли поп-ап закрываться при нажатии Escape? Выводить ли крестик в углу экрана для закрытия окна? Оверлей. Будем затенять фон под поп-апом. Цвет затенения черный. Прозрачность 50. Нашего поп-апа в заставке. Берем так. Также из констант, вот оно, поблагодарить сотрудника. И создаем контент, то есть все то, что
чтобы находиться внутри нашего поп-апа. Опять-таки используем VX Create, создаем в нем div, в котором выводим опять-таки небольшой текст и текст area для ввода комментария. Дальше тут кнопки. Кнопки создаются с помощью класса BX Popup Window Button. А, насколько я помню, использовать их отдельно от Popup нельзя. Они работают только в составе Popup. Тут параметр тоже текст. Какой-нибудь класс, чтобы раскрасить эту кнопку, в данном случае в зеленый цвет. И обработчик события клика по этой кнопке. Ну, мы вызовем созданную ранее нами функцию Hello World, сверху которая. Вот давайте нажмем теперь сюда. Вот появился наш поп-ап. Можем что-нибудь ввести. При нажатии здесь появляется Hello World. Вам, наверное, при решении реальной задачи придется либо отправить Ajax запрос, либо там еще как-нибудь что-то сделать, переадресовать на другую страницу. В общем-то, решать вам. С точки зрения встраивания какого-то элемента, способ мы рассмотрели. Давайте перейдем ко второму примеру. Посмотрим, что нам делать, если у нас, как пользоваться событиями, кастомными событиями в JavaScript, битриксовыми, если узлы дом-дерева создаются не сразу и вообще в какой-то момент, который трудно предсказать, например, от действий пользователя. Кастомизировать будем вот это окошко создания документа. Будем сюда добавлять выбор какого-нибудь шаблона для создания документа из шаблона. Очевидно, что нам нужно добавить верстку в поп-ап. И дело в том, что верстка этого поп-апа появляется в дом-дереве только в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку «Создать документ». То есть сразу она не существует. Вот в этом случае, в первую очередь, нам нужно бы посмотреть, а нет ли каких-нибудь событий, к которым можно прицепиться. Для этого я написал небольшой сниппет, который можно просто копировать и вставлять в консоль. После того, как выполнили вот этот код, все события на стороне начинают логироваться здесь в консоли. Вот мы нажимаем кнопку «Создать документ» и видим, что у нас что-то произошло. Ну, сначала on pop-up window init, is initialized, pop-up first show, on pop-up show, on after pop-up show. Вот аж сколько, 5 событий произошло. На самом деле верстка вот этого окна будет существовать уже к моменту on pop-up window is initialized. Но я специально буду обрабатывать события on after pop-up show, чтобы мы с вами видели, что наша верстка вставляется именно после открытия поп-апа, чтобы это визуально было заметно. Давайте развернем и посмотрим. У нас есть один парсер для обработчика событий, который мы получим, некий объект. Вот это объект, это сам поп-ап. Здесь в нем будет ссылка на контент-контейнер, который мы сможем каким-то образом изменять. Ну вот давайте подпишемся на это событие и добавим свою верстку в этот контент-контейнер. Опять-таки две небольших функции. Как подписаться на событие, на кастомное событие Bittrex на JS? Есть метод, есть функция addCustomEvent. В нем указываем название события, на которое хотим подписаться, и обработчик. А обработчик наш вот он. Если мы сделали вот такую вот функцию, которая подписывает нас на события, то в принципе мы ее можем вызвать уже по BXReady, да и причем на всех страницах. Нам совершенно не важно, произойдет на странице это событие или не произойдет. Если произойдет, то мы его обработаем. То есть момент запуска для нас в случае подписки на событие особо роль не играет. Поэтому я просто вызову этот метод по BXReady. Вот здесь. Enable disk template. Дальше. Когда мы подписались на это событие, события, как мы будем его обрабатывать. Как я уже говорил, у нас есть один аргумент, это сам popup, это объект класса bx popup window. Какой здесь важный момент? Когда вы подписываетесь на какое-то событие,
ваш обработчик будет срабатывать в данном случае на открытие совершенно любого поп-апа. То есть даже выпадающее меню, какие-то другие окна он будет обрабатывать. Вам нужно убедиться перед обработкой, что вы сейчас будете добавлять верстку именно во всплывающее окно создания документа. Как это сделать? У каждого поп-апа есть такое свойство Unique Pop-up ID. В данном случае у нашего окна это BX Create File. Поэтому в самом начале нашего обработчика мы проверяем, если источник текущего поп-апа не равен BX Create File, то ничего не делаем, все, сразу норм. Дальше. В этот раз верстка вот этих шаблонов у нас будет пообъемнее, поэтому мы воспользуемся Ajax. BX Ajax Get метод, с помощью него мы получим эту верстку сервера и вставим в HTML. Так, давайте обработку чуть попозже рассмотрим. Значит, функции для работы с Ajax. В Bittrex их, если честно, немало. Кроме Get есть Post, Load.json, есть BX Ajax Insert to Node, который позволяет сразу там загрузить какую-то верстку в какой-то узел дом дерева и так далее. У всех у них есть свои нюансы, ну вот мы в данном случае используем Get. Мы будем делать запрос вот к этому файлику, я его предварительно написал, там никакой обработки на самом деле нет, там просто верстка. То есть стандартный заголовок Ajax файлика, и просто выплевывается верстка. В вашем же случае, когда вы решаете реальную задачу, здесь придется либо компонент какой-то разместить, либо что-то сформировать, потом вывести. У меня же здесь будет просто верстка. Не забывайте, что делать. Передавать SES ID с каждым запросом, с каждым Ajax-запросом. Получить его можно с помощью функции Bittrex SES ID. Также не забывайте проверять его в Ajax-обработчике. Это все-таки защита от некоторых видов атак. И еще один момент, если вы собираетесь отдавать верстку, не забывайте про вызов show Ajax head. Это позволяет подключать через ассет какие-то скрипты, новые стили и так далее. Они все придут на сервер, извините, не на сервер, а на клиент, и там выполнятся. Если вот этого не будет, то какие-то скрипты могут не загрузиться. Так, да, давайте теперь рассмотрим обработку. В ответ у нас приходит HTML-код. Этот самый HTML-код. Что мы с ним делаем? Мы создаем, да, вот bxcreate div. Создаем div с этим HTML-ем. То есть очень просто. И добавляем его в этот самый контент-контейнер с помощью метода appendChild. Добавили. Отлично. Здесь у нас в самом начале к сути задачи отношения особо не имеет. Здесь мы лишь про несколько стилей, чтобы вписать полученную нами верстку лучше в это окошко. Ну, в частности, убирается несколько отступов лишних. Да, и еще такой момент. В том, что поп-апы, в общем-то, чаще всего, каждый раз создаются при нажатии на какую-то кнопку новую. Вот, скажем, если вы нажимаете кнопку «Создать документ», каждый раз будет создаваться физически новый поп-ап, новый объект этого класса, и он будет показываться. Может возникнуть ситуация, когда один и тот же поп-ап не пересоздается каждый раз, а выводится уже существующий. Вот в этом случае вам нужно отслеживать этот момент, чтобы два раза не добавить свою верстку в этот поп-ап. Потому что все-таки событие показа, оно происходит на каждое открытие, а не только при создании. Хотя можно использовать событие on after, on first, on pop-up first show, по-моему, оно называлось. В данном случае что мы делаем? После того, как мы добавили какую-то свою верстку к этому окошку, мы воспользуемся тем, что на уровне языка в JavaScript не реализованы никакие принципы маскировки информации, и мы можем совершенно наглым образом в этом объекте создать свое поле. Присваиваем сюда какую-нибудь константу, например, вот мы true присвоили, и дальше проверяем, если событие показа случилось, а не добавляли мы эту верстку ранее. Если добавляли, то тоже ничего делать не будем. Вот у нас получается вот так вот. В принципе, на этом уже должно быть все. Наша кастомизация должна работать.
или не работать. Возможно, я забыл что-нибудь отгрузить. Да, теперь работает. То есть после открытия поп-апа, в принципе, я не знаю, видно ли вам, но в принципе мне заметно, что через несколько там миллисекунд буквально появляется вот эта вот наша дополнительная верстка. Ну, в трансляции не сильно видно на самом деле. Ну да. Ну поверьте мне на слово тогда. Вот, хорошо, допустим, мы вывели вот эту верстку, встает вопрос, как же нам обрабатывать клики по каким-то элементам здесь. Я вижу лично два способа. Можно после получения вот этой верстки где-то вот здесь написать дополнительный код, который привяжет нужные обработчики кликов по тем кнопкам, которые вы видите. Либо же, как сделал я в данном случае, но опять же только для примера, я просто написал onClick, вызов какой-нибудь функции. То есть вот этот JS-код, он приходит сразу вместе с версткой, и в принципе так тоже, наверное, делать можно. Ну вот если мы нажимаем, запускается Hello World. Ну я думаю, да, в реальной задаче вам пришлось бы каким-то образом послать куда-то запрос, скопировать шаблон, потом открыть его на редактирование, но мы все-таки с вами рассматриваем только создание, а точнее встраивание в интерфейс. Так что на этом мы остановимся и этот способ будем считать рассмотренным. Дальше у нас начинается JavaScript, точнее не JavaScript, а Kanban. Хотя да, давайте рассмотрим сразу set-интервал, потом прервемся, чтобы ответить на вопросы. Давайте немножко покастомизируем Kanban. Это довольно частая задача. Клиенты просят добавить что-нибудь в карточку Kanban, каких-то данных им не хватает. Как это можно сделать? Ну, давайте посмотрим, как вообще работает Kanban для начала. В настройках сейчас возьму и отключу JavaScript в браузере. Что мы видим? Kanban вообще не загрузился. На самом деле все, что вы видите в Kanban, полностью формируется с помощью JavaScript. И более того, печальная новость, событий там практически нет. То есть момент загрузки, первой загрузки Kanban и последующих обновлений Kanban отследить с помощью вот таких вот событий, как мы делали со всплывающими окнами, не получится. Как я уже говорил, последний рывок перед хаком – это дожидаться появления какого-то узла, периодически вызывая некоторую функцию. Ну, давайте такой подход реализуем. Он, в принципе, довольно жизнеспособный и хаком, можно сказать, не является. Так. Третий пример для Kanban. Я завел функцию Kanban on first load. Здесь с помощью setInterval запускается вот эта вот функция. И здесь с помощью findChildByClassName мы ищем вообще верстку Kanban. Как только она появилась, мы считаем, что Kanban загрузился. Ну да, в данном случае, видите, если вот эта функция нам что-то вернула, неприводимое к false, то значит Kanban загрузился. В этом случае мы выключаем выполнение нашей функции через равные промежутки времени и вызываем какую-то функцию, которой нужно было, чтобы Kanban был загружен. В данном случае вызвана вторая функция add hello world to Kanban. Так, что мы будем делать в add hello world to Kanban? Ну, мы опять же посмотрим немножко на верстку Kanban. В данном случае найдем узел с карточкой CRM Kanban item. В нем найдем дату, и после даты будем вставлять текст hello world. Да, и делать это мы будем для всех карточек. Сначала с помощью findChildByClassName мы найдем все карточки Kanban. Дальше для каждой карточки найдем в ней узел с датой и после него вставим Hello World. Hello World опять же создаем просто с помощью bxcreate, обычный span, вот с таким текстом. Так, нам этот скрипт нужно будет запустить только на странице Kanban.
Как мы отследим, находимся ли мы на странице Kanban? В принципе, можно, конечно, воспользоваться также, но мы сделаем проще в этот раз. Просто проверим, что мы находимся в папке. Чтобы это сделать, воспользуемся классом CSite. Здесь есть метод INDIR. Здесь указываем какой-нибудь каталог. Он сверяет текущий URL с этим каталогом. Если мы в нем находимся, то возвращает true. Соответственно, если мы находимся в Kanban лидов, запускаем нашу функцию, которая дожидается пополнения Kanban. Так, на всякий случай еще загрузим. Да, в общем, как только наш Kanban загрузился, появился наш Hello World после этого. В принципе, вот такой вот метод. Но с Kanban будьте внимательны, если будете его оптимизировать. Вот я, допустим, сейчас возьму, создам новый лид. Давайте посмотрим, что произойдет. Да, вот лид создался, и видите, он уже здесь появился, и никакого Hello World в нем нет. То есть вам нужно будет еще отслеживать обновление вот этого Kanban. И здесь, в общем-то, есть несколько способов, как это сделать. Изначально, если обходиться без хаков, то лучше всего это сделать с помощью подписки на события завершения Ajax'а. Вот методы как раз BX Ajax, они отправляют события, но завершение Ajax успешное. Если вы на него подпишетесь, то можете снова запустить вот эту функцию, которая будет дожидаться появления новых карточек, ну или посмотреть на то, что будет вам обработчик Ajax запроса, там будет JSON, и вот основываясь на нем, найти нужные карточки и добавить уже в них дополнительную информацию. То есть есть вот такие вот трудности с Kanban, да. Возможно, в будущем все это станет проще, события появятся, но на текущий момент пока что так. В принципе, да, самые простые вещи, можно сказать, закончены с JavaScript. Я думаю, да, можем прерваться на ответы на вопросы. Значит, вопросов много. Вообще, спасибо большое, ребят, за такую активность. Я постарался по максимуму то, что знаю, и дать ответы сразу текстом. Никита, я посвятил флажками те, которые вот по теме вебинара, конкретно после, там, где еще я ответов не давал. Да, я только пытаюсь найти начало. Смотри с конца. С конца, ну, хорошо, снизу вверх по флажкам. Так, как получить элемент внутри контент-контейнер, если нужно не в конец встраиваться? Опять же, используйте bx find child. Там же первым аргументом вы указываете, относительно, начиная с какого узла, вглубь искать нужный вам элемент. Передавайте туда контент-контейнер. Давай я тебе озвучу голосом. Денис задал вопрос просто три раза, пока я уточнял. Он звучит так. Какие вообще есть объекты Bittrex24, которые можно добавить в свои собственные типы свойств, чтобы потом их кастомизировать для вывода нужных нам кнопочек? То есть кроме CRM, да, получается, какие еще объекты есть? Ну, во-первых, надо обратиться на страницу документации по пользовательским полям. Там уже приведен определенный перечень. А во-вторых, да чуть ли не ко всему, что угодно. По-моему, в Битриксе даже в документации было написано, что нет ограничений по каким-то объектам. Их можно создавать ко всему. Ну, здесь же, наверное, в том плане, что чтобы наша система же и рисовала их. Ну, то есть не просто можно было добавить в админке, а те объекты, при которых стандартные наши компоненты и шаблоны будут их рисовать, эти поля. Вот тут уже сложный вопрос. Не ко всему, к чему есть поля, вот. Написан код, который их выводит. Да, вот. Может быть, ты по своему опыту вспомнишь, к чему ты делал.
Так, ну, в календаре точно есть пользовательские поля, но там не выводятся к записям в календаре. Я даже прямо не знаю. Весь CRM вводится. Хорошо, не будем копать, то есть, грубо говоря, методом научного тыка придется пересматривать, потому что добавлять можно почти везде, а вот стандартные компоненты показывать не везде. Давай мы так зафиксируем ответ. Да, лучше так. Я что-то как-то напомнить не могу прям. Так, как работать с хроникой в главном окне, например, IDA? Знаете, тут вопрос не связан с JS, Сергей. Здесь скорее вам нужно работать с API истории лида, насколько я помню. Вот тогда вы сможете каким-то образом добавить что-то туда. А если вы хотите получить какие-то записи из этой ленты, то надо использовать... Сейчас боюсь соврать. По-моему, SysOddsNet Log класс называется. Это лента из социальной сети. Вот на их основе встроены ленты в лидах, ну и вообще в CRM. Да и вообще все ленты, по-моему. Пока ты смотришь, давай я озвучу еще вот для Дениса по поводу сущностей. Ну, вероятно, по исходникам можно найти все сущности, где наш стандартный интерфейс показывает до поля. И Андрей Николаев с компании Fusion комментирует здесь, что их опыт – это задачи, CRM и диск. Диск со звездочкой. Андрей, может, ты уточнишь, почему ты поставил диск с звездочкой? Типа не везде? Окей, Никит. Так, когда используем JavaScript для модификации интерфейса карточки сущности, как правильно получить значение полей сущности? Хороший вопрос. Если вы пытаетесь что-то добавить в режиме просмотра, то у вас нет никакого другого способа, ну, так скажем, адекватного, кроме как сделать Ajax вашему собственному обработчику, который вернет нужные значения. А в режиме редактирования, ну, очевидно, найти нужный узел DOM дерева и там просто взять value. Так, Так. все, выше не смотри, это мы отвечали в первом подходе. Я ставил флажки, и теперь можно еще попробовать посмотреть то, что новое добавилось. Ребят, вы за время ответов добавили раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять комментариев. Я вот сразу, да, Андрей спрашивает, можно ли кастомизировать новый поиск в гридах? О, на самом деле можно, но там хаки совсем другого уровня. Еще комментарий по поводу кастомизации канбана. Сейчас. Также Андрей Николаев говорит, что вот тот способ, который мы показали, довольно-таки сложен и проще через перекрытие метода прототайпа. Ну, в том плане, что проще, наверное, для тебя в плане сделать проще, но это уже ты так хакаешь чуть-чуть работу. Мы сейчас тоже покажем дальше, как работать через перекрытие. Это то, что Никита как раз называет уже хаком таким, да, Никита? Да, мы как раз к этому способу и подошли. Ну, я думаю, что мы начинаем тогда к нему уже, да? Да, Переходим. давай покажем, потому что у нас времени как раз, времени уже много, но мы еще потом обязательно поотвечаем на вопросы. Давай. Да, хорошо. Так, в случае, если все-таки нам предыдущие варианты по каким-то причинам не подходят, либо это делать дорого и нецелесообразно, ну, вот как уже заметили зрители, либо вообще наша логика нашего скрипта не зависит от DOM. Я в качестве примера привел совсем абстрактное событие. Это потеря соединения с пуш-сервером. Там оно вроде бы как с DOM не связано. Может быть, даже и событие есть битрексовое, но не суть, чтобы вы просто понимали, насколько это далеко может быть от DOM-дерева. Вот в каких-то таких случаях, опять-таки, мы воспользуемся возможностями JavaScript, так называемыми, чтобы добавить свой какой-то код. Какой пример будем рассматривать? Опять-таки вернемся к диску. У нас есть пункт меню «Получить публичную ссылку». Сейчас он просто создает эту публичную ссылку, а мы перед ней вставим свое окошко с вопросом «А уверены ли вы?». Вот как мы будем это делать. Давайте, во-первых, посмотрим на сам вот этот пункт меню, какие обработчики к нему привязаны, прямо в браузере. Вот он, вот его обработчик клика. Здесь у нас у какого-то объекта вызывается вот такой вот метод с длинным названием Open External Link Detail Settings with Editing.
Возникает вопрос, у какого объекта этот метод вызывают. Хорошо бы это дело отлить. Ну, давайте просто его введем в консоль, видим, что этот объект существует, но, естественно, класса мы не видим. Вот чтобы понять, если он вообще создан из какого-то класса, ну, очевидно, потому что у него все-таки метод вызывается, хотя не обязательно в JavaScript. Тем не менее, если мы хотим узнать, из какого класса создали этот объект, мы можем попробовать написать следующую конструкцию. А у этого объекта есть специальное поле конструкт, и в нем должно быть поле name. Вот если мы так сделаем, нам будет указано название класса, из которого вы его создали. Однако же, если мы попытаемся к этому классу обратиться просто так, естественно, у нас ничего не найдется. Вот в этом месте нам придется включить интуицию и догадаться, что этот класс находится в namespace bx-disk. И вот здесь уже есть folder list class. Так, мы знаем, что это folder list класс. Мы хотим сделать так, чтобы вот этого метода, который здесь open external link detail settings, вызывался сначала наш код. Вот мы сейчас возьмем и просто-напросто заменим код вот этого метода. Как это можно сделать? Давайте сохраним оригинальный метод в какую-нибудь переменную. А как обратиться к этому методу? Ну, опять-таки, класс, у класса есть прототайп, если кто знает, как ООП делается в JavaScript. Так, не то. Прототайп и open external, да, вот он. То есть это обычный function. Эту функцию мы возьмем, сохраним в какую-нибудь переменную, я назову ее x, сохранили. И теперь, знаете, есть даже такой антипаттерн, называется public морозов, когда класс выворачивает наружу всю свою изнанку. Вот сейчас мы возьмем и заменим этот метод. Пишем свою функцию. Сигнатуры функции лучше не менять, поэтому давайте посмотрим, какая у него была сигнатура в оригинале. Найдем вот этот класс сначала в исходном коде Bittrex. Ну, так будет быстрее всего. В Firefox что-то не очень удобно в последнее время ищется. И найдем этот метод. Да, вот он, list class. И принимает эту функцию один аргумент object ID. Вот его мы и возьмем себе в ту функцию, которая заменит оригинал. Как мы поступим? Давайте перед вызовом оригинальной функции будем печатать единичку в чат. Ой, не в чат, а в консоль. Напечатали единичку и вызовем теперь оригинальный метод. Оригинальный метод мы предварительно сохранили в переменную и вызываем у нее apply у функции. Передаем, что будет аргументом this. Ну, он так и остается this. Дальше здесь аргументы. Ну, передаешь object ID. Вместо вот такого массива, конечно, можно написать просто аргумент. Есть такая вот переменная, в которой массив аргументов. Ну, для наглядности я все-таки напишу вот так. Окей, заменяем функцию, все случилось. Теперь, если мы нажмем «Получить публичную ссылку», выполняется сначала наш код, а потом уже код Bittrex. Вот таким образом можно куда-нибудь встроиться. Давайте теперь сделаем вот этот вот вопрос с поп-ап при нажатии этой кнопки. Опять-таки две небольших функции. Первая функция – override disk share. Делаем ровно то же самое, что я только что описал. Сохраняем сначала оригинальный метод, точно так же, как я сохранял его в переменную x. Затем заменяем оригинальную функцию на свою. Далее, вместо этой функции мы вызываем какой-то свой метод show share confirmation dialog. Он покажет некий pop-up, в котором спросит, уверены ли вы. И передаем в качестве аргумента callable. То есть, что будет выполнено, если пользователь в этом pop-up нажмет «да». Ну, можете даже видеть внизу сигнатуру этого метода. То есть, on agree. То есть, если там пользователь нажимает «да», будет вызвана переданная сюда функция. И вот если наш пользователь нажал «да», выполнится вот эта функция, здесь мы вызовем оригинальный метод. Вот он, original method apply. Передаем сюда this и
переданный ранее аргумент Object ID. Вот здесь ничего нового. Поп-ап мы с вами тоже уже сегодня рассматривали. Самый обычный поп-ап выводится просто вопрос, уверены ли вы, и две кнопки «Да» и «Нет». А вот обработчики этих кнопок давайте посмотрим чуть подробнее. Кнопка «Да». Когда на нее нажимает пользователь, у нас текущий поп-ап закрывается, уничтожается, вызывается метод onAgree. Соответственно, это приводит к созданию ссылки на объект диска. Если же пользователь нажимает «Нет», то, соответственно, поп-ап закрывается, просто закрывается, и больше ничего не происходит. Какой здесь момент? Теперь каждый раз, когда вызывается вот этот метод, у нас создается новый поп-ап. Хочу сказать, что не бойтесь пересоздавать эти поп-апы каждый раз. Это много времени не занимает и, в общем-то, на производительность по-хорошему влиять не должно, если вы такого в этом поп-апе не собираетесь размещать особенного. В общем, пересоздавать их не бойтесь. В данном случае я создал новый и внизу просто сделал confirmation pop-up show, чтобы его показать. Это быстро и просто. Давайте загрузим этот код. Так, и теперь нам нужно решить, когда мы будем вызывать метод overRateDiskShare, чтобы вот эта замена у нас произошла. Давайте вызовем все это дело просто на каждой странице. Вызвали на каждой странице, и дальше мы будем в этом методе просто проверять, существует ли пространство имен диск, существует ли этот класс, чтобы, ну, если он и существует, то мы ничего не делаем. А если он есть, то мы что-то заменили. Это удобно, потому что если будет еще какой-то вызов этого метода из другого места, он автоматически окажется даже в том месте кастомизированным. То есть вам не нужно искать те места, где этот метод вызывается еще. Так, ну, нажимаем «Получить публичную ссылку». Вот появился наш поп-ап. Если мы нажимаем «Нет», соответственно, он просто закрывается. Если нажимаем «Да», то появляется наша публичная ссылка. В общем-то, все здесь довольно просто. Но, опять же, учитывайте, какие моменты. Все-таки это JavaScript, я уже, хотя и говорил об этом ограничении, поставил я галочку, видим кнопку «Общий доступ». Она работает совсем по-другому. И здесь нашего поп-апа, естественно, не показывается с вопросом, уверены вы или нет. Так что вот такие вот случаи вам придется обработать самостоятельно, искать все места, опять же, где нужно добавить какие-то кастомизации. Вот так вот небольшой. Так что канбан можно было сделать проще с помощью вот такого спора. Но опять-таки я призываю поменьше делать всяких хаков, потому что вам с этим, вам это нужно будет поддерживать. Это иногда может быть непросто, если у вас этих хаков станет слишком много. Так, и в принципе у нас с JavaScript все закончилось. Остался еще один небольшой пример, связанный с JavaScript. Это боковая панель слайдер. Вот, знаете, да, сейчас в последнее время практически все интерфейсы Bittrex24 стали, так скажем, выплывающими сбоку. Вот куда-нибудь нажимаем мы, добавить лид, допустим, вот сбоку вылазит карточка лида. Создание задачи, просмотр задачи, все вот происходит вот таким образом. И вот, например, в группах тоже. Допустим, при создании группы мы хотим вывести, опять же, вот этот вот всплывающее окно с вопросом, уверены ли вы, что хотите создать группу. Ну, задача синтетическая, я понимаю, но технология, как встроиться между открытием вот этого окна и нажатием кнопки, вот это мы рассмотрим. В чем дело? Давайте попробуем сделать какой-нибудь обработчик onClick на вот эту вот кнопку «Создать». Я делал все очень просто. Using console. Вот мы получаем сразу ссылку на этот элемент дом дерева. Пишем здесь прям onClick. Здесь я сделаю alert 1.
Ничего сложного. Нажимаю «Создать». Смотрите, что происходит. Алерт показался, но видите, здесь крестик появился. Вот эта выплывающая панелька уже начала вылазить. Она начала вылазить еще до того, как произошло событие OnClick этой кнопки. Ну, не совсем правильно так говорить. А, точнее, до того, как запустился обработчик вот наш OnClick. Что это значит? Что всякие prevent default, stop propagation или что угодно здесь вам просто-напросто не помогут. Почему так происходит? Дело в том, что обработка, вот открытие, обработка ссылок, которые нужно открывать в вылазящем окне, происходит гораздо выше. Насколько я помню, это происходит прямо на теге HTML. Сейчас мы найдем. Да, клик, вот он. Здесь обрабатываются... Как вообще это работает? Существует специальный класс на клиенте JavaScript, который проверяет, открывается ли сейчас какая-нибудь ссылка определенная. Если она соответствует какому-то шаблону, то происходит... Она перестает, скажем так, открываться в новой вкладке или перестает перезагружаться страница. Вместо этого вылазит вот этот слайдер, и она открывается там, ссылка. Сделано это следующим образом, как вы видите. Событие onClick, оно обрабатывается на этапе перехвата. Видите, capturing здесь написано. Это значит, что когда мы кликаем сюда, браузер начинает идти последовательно по всем узлам нашего дом-дерева, нашей кнопки, и на этапе перехвата выполняя все события. Вот как раз проход до нашей кнопки, это как раз называется перехват. Потом, когда он дошел до нашей кнопки, начинается всплытие. Вот наш обработчик события onClick, он как раз работает на этапе всплытия. Мы не можем поместить его раньше, уже обработчик onClick вот этого слайдера. Что же делать? На самом деле есть решение. Теперь уже три функции небольших. Дело в том, что у этого слайдера есть события, они в принципе описаны в документации. Мы можем подписаться на событие открытия какой-то страницы в слайдере и как мы будем его обрабатывать. На самом деле очень просто. Ну, во-первых, проверяем, что сейчас открывается нужная нам страница, то есть когда мы нажимаем кнопку «Создать группу», открывается некая страница, которая заканчивается на «Groups Create». Если да, то начинаем обработку. Делать мы будем что? Во-первых, в событии передается специальный объект этого события, у него есть метод denyAction. Он позволяет вообще запретить открытие какой-то страницы в слайдере. Вот мы в первую очередь делаем denyAction. Далее показываем свой диалог подтверждения. Уверены ли вы, что хотите создать группу? Опять-таки он принимает callback onAgree, если пользователь согласился. И если да, то вызываем открытие страницы в слайдере еще раз с помощью bx slide.pen instance open. Здесь хранится всегда экземпляр менеджера вот этого слайдера, самый главный класс, который занимается обработкой всех вот этих ссылок, которые в слайдерах открываются. Здесь есть метод open, мы передаем туда все, что нам пришло из события, при этом мы помечаем, что пользователь согласился, и в следующий раз вот это событие, оно не сработает, ну как не сработает, не выполнится deny action, поэтому слайдер откроется и пользователь сможет создать группу. Здесь тот же самый поп-ап, мы это уже раза три, наверное, сегодня смотрели, поэтому не будем углубляться. Опять-таки, в случае, если мы подписываемся на какое-то событие, можем просто его подключить на каждой странице. Так, только я посмотрю, как я назвал этот метод. Вот. И после этого появляется уже наше подтверждение, хотите ли вы создать группу. Если нет, то ничего не происходит. Если да, то открывается слайдер. Вот так вот можно вмешиваться в открытие ссылок в слайдере. В общем-то, с JavaScript, наверное, примеры у нас закончились. Осталось сказать несколько слов по поводу
Ну да, наверное, подвести итог. У нас еще будет вопрос по ограничению функциональности B324. Так, ну еще раз, да, повторим, что REST это хоть и удобная штука для того, чтобы что-то вставить. Она довольно ограничена тем, что весь ваш код будет выполняться в iframe, вы будете не сможете вылететь за него и какие-то особые пожелания клиентов выполнить. Скажем, изменить логику работы какой-то кнопки. Отложенные функции. Достаточно просто и быстро можно вставить свой HTML-код, но опять же помните, что это недокументированная возможность. Вот эти названия областей могут со временем просто взять и измениться. Типы пользовательских полей. Удобно в том смысле, что не нужно мучиться с JavaScript. Мы просто берем и выводим кнопочку прямо с бэкэнда. Однако это будет возможно только в каких-либо карточках, которые поддерживают вывод пользовательских полей. Плюс ко всему, вас нужно обеспечить существование вот этого самого поля в объекте, чтобы его никто еще не удалил. При установке вашего модуля все создалось, ну и так далее. Ну и модификации на стороне клиента JavaScript. В принципе, мы с вами посмотрели. Очень много всего можно сделать, но опять-таки это скорее хак, чем предусмотренная возможность. Однако, если пользоваться ей правильно, в принципе, вполне жизнеспособный вариант. Последний момент, который мы сегодня с вами рассмотрим, это ограничение доступа к функциям core портала. Эта задача тесно связана с кастомизацией, с JavaScript особенно. Что здесь стоит заметить? Любые ограничения, которые вы делаете, они в первую очередь должны быть реализованы на стороне сервера. Дело здесь в чем? Допустим, вы хотите запретить какому-то пользователю изменять какую-либо сделку. Недостаточно просто убрать кнопку «Сохранить». Мы же должны понимать, что он может просто взять и отправить запрос на сохранение этой сущности. Вот обычное HTTP-запрос, и ведь оно случится, все изменится. То есть пишем на сервере обработчик нужного события, ограничиваем там, в зависимости от каких-то условий, выполнение этого действия. Только уже потом можем приступать к JavaScript. И он здесь будет играть роль скорее какого-то дополнения, чтобы органично вот эти ограничения вписать в интерфейс 324. Опять же, кнопки пункта меню вы скрывать можете с помощью JavaScript, но на сервере это ограничение тоже должно быть реализовано. Другой момент, когда вам нужно ограничить вывод каких-то данных, которые не должен видеть пользователь. Бывали прецеденты, когда люди брали и делали динон на клиенте. Не надо. Но включить JavaScript и увидеть все эти данные. Они же все равно приходят с сервера. Вот здесь прям вот как хотите, но это нужно сделать на стороне сервера. Это обязательно. В противном случае никакой безопасности у вас не получится. Но это, в общем-то, общие соображения. Это отдельная большая тема, как и где можно реализовать ограничения. В данный вебинар он у нас не входит. Я думаю, мы можем сейчас ответить на несколько ваших вопросов. Никита, большое И, в тебе общем-то, заканчивать. спасибо в первую очередь. Мне кажется, прекрасный опыт, да, самому разобраться вот в этой теме с нуля долго и непросто. Я считаю, мы дали отличный контент. Ребят, дайте нам просто обратную связь, ну, в виде плюсиков, я не знаю, там, оценки от 1 до 5 прямо сейчас вопросы, насколько это было вам полезно и понятно. Вот. Спасибо большое и всем участникам за очень большую активность, огромное количество вопросов прямо по теме, это очень круто. Никита, я тебе сразу задам два вопроса, которые остались из тех, которые мы не ответили, чтобы ты не искал остальные, мы либо ответили, либо они общего характера, я дал ответ текстом. Значит, два раза звучало сегодня уже в вопросах, как сделать связанные поля. Давай я попробую привести пример. Например, мы в карточке CRM, у нас есть поле, в которое вводится какая-то сумма, а в другом поле мы автоматом что-то должны либо посчитать, либо вычислить и дать сразу там же готовое значение. Я правильно понимаю, что то, что мы сегодня показали, мы можем под некоторые события, изменение поля, к примеру, да,
чтобы вычислять, чтобы запускать вычисления при изменении значения. Это первый момент. А второй момент, то, что мы при открытии карточки, да, там наверняка есть событие, которое позволяет после открытия нашего нового слайдера, да, допустим, по объекту CRM, по лиду или по сделке, продолжить необходимые нам действия, не знаю, там заблокировать какое-то поле для изменения, да, и подвесить вот то самое событие, которое будет нам вычислять либо на JS, либо там с помощью Ajax. Ну, если, да, вычисления должны быть на клиенте, то, очевидно, это только JavaScript. В первую очередь, да, нужно будет поискать, есть ли какие-то события. Опять же, например, с помощью того кода, который я сегодня копировал, я думаю, мы его расшифруем вам. Есть ли какие-то события на начало редактирования какой-то части карточки? Вот если есть, то в этот момент можно попытаться привязаться к каким-то полям, подвесить на них обработчики событий, там, on change и так далее. Насколько я помню, верстка пересоздается каждый раз, как только вы нажимаете кнопку «Изменить». То есть она связана с Ajax. Это да. Кстати, да, важный момент, который я забыл вам рассказать. Ну, может быть, и не важный, но сталкивались. По поводу еще этих выплывающих окошек. Если вам будет необходимо понять, выполняется, точнее, открыт ли данный угол в этом выплывающем окне, или он просто открыт в браузере, то вы можете ориентироваться на специальный параметр запроса. Ну, допустим, я открываю тоже создание группы, и в параметрах видим, у нас приходит запрос iframe Y. Вот если каждый раз, когда открывается что-либо в этом слайдере, всегда будет вот этот параметр. На него можно ориентироваться, если вам понадобится. Я не помню, говорил я или нет. Вот то, что открывается в слайдере, это, кстати, тоже iframe, если что. То есть коммуникация с основной страницей здесь довольно ограничена будет. Так что искать с основной страницы какие-то элементы в этом слайдере у вас, скорее всего, не получится. Вам нужно будет добавить JS-код именно в этот слайдер, именно на ту страницу, которая открывается в слайдере. Вот так грузится этот JS в этом iframe, и там уже будет все работать. Окей, кстати говоря, а еще Андрей Николаев из Fusion делится, значит, своим опытом по поводу связанных полей. Делаем два поля, запрещаем их редактировать. Создаем свой тип пользовательского поля, на событии сохранения записываем в два скрытых поля. Вот такой вот интересный ход, чтобы что-то автоматом можно было вычислять. Тоже может быть, вполне себе боевой. Ну да, если не требуется делать это прямо на клиенте, сразу видеть результат. В общем-то, да. Да и я так понимаю, здесь смысл в том, то, что мы обрабатываем изменения в нашем собственном поле. Как мы нам хочется его рисуем, как хотим, там перехватываем и меняем. Ну, окей, интересный подход. Пожалуй, я задам еще один вопрос. Он такой организационного характера. Никит, очень такой, наверное, важный. Как вы отслеживаете изменения интерфейса при обновлении? Вот мы с вами все сделали, все круто, но... Да, мне тоже выделен этот вопрос сейчас. Да. На самом деле, я не знаю никакого хорошего способа, как это сделать. Очень сложно следить вообще за обновлением кода B324. Правда, сложно. В общем-то, ну как, сломалось, значит, надо чинить. Здесь я ничего, к сожалению, порекомендовать вам не могу. Знаете, есть такое, не знаю, это шутка или правда. У Букинга есть такой один из KPI установки обновлений. Если количество заказов или что-то, бронирования через сервис упало не больше, чем на 0 какой-то процент, значит, в общем, все нормально. Обновление было удачно, ничего особо не сломалось. Да, действительно, наверное, по обратной связи обновились, посмотрели и потыкали все основные сценарии. Если работает, то хорошо. Если явно что-то не работает, ну, значит, пора отладочку запускать, да. В общем, да, мы держим наготове эти сценарии, чтобы их проверить в случае обновления. Супер, ребят, спасибо большое. Мне кажется, был отличный вебинар. По крайней мере, это чувствуется по вовлеченности участников, по комментариям, по обсуждениям. Супер, спасибо вам большое. Я думаю, что мы минимум еще один вебинар проведем. Есть там уже такая большая тема, которую мы
хотели бы вам показать. Еще раз скажу, что, пожалуйста, напишите в комментариях еще темы, которые вам интересны, примеры. Я оставлю включенным в сервис еще в течение 5 минут, чтобы собрать эту обратную связь. А мы с вами прощаемся. Спасибо большое всем. До свидания. До свидания.